Сегодня день масштабных покупок. Я только встала. Ты уже устала по магазинам ходить. Мы сидим на живописи, у меня просто все глаза уже краснющие, я хочу спать. Это что за шарик? Это что за шарик такой? Вот лизин шарик. Шарик света. Где и других, если что? Семи у Валентина. У него есть шарик, у него целая сфера. Все, домой. Я сейчас в этом автобусе, сука, ехала, блядь, полтора часа. Когда за полчаса, если что, доезжаю, мне просто пиздец, как болят ноги. Я стояла все это время, в автобусе было миллион людей. Я пошла домой, попила чай. Легок. Зарядила телефон, сейчас мы поедем в Икею. Наконец-таки. У нас пока что план купить микроволновку, стол, три мусорки. И пока что все вроде. Обзор на звук. Ать какая! Челлендж. Мы приехали сюда в 8 часов вечера. У нас челлендж успеть за 2 часа все выбрать, потому что Икея именно сегодня, блядь. Ну, еще в какие-то дни. Работает до 10 вечера. А мы не посмотрели, во сколько он закрывается. Да. 2 часа есть. Да. Турбо-режим вкл. Я очень надеюсь, что мне удастся найти себе стол. Опа, столы пошли. 5000. Тут, типа, смотри, он раздвижной. Он двигается. Но это, типа, такое, знаешь. А чё они такие дешевые? Кстати, вот этот очень даже. Так, вот 2600. Можно вот такую палочку? Она типа отдельно идет или как? Ебать, он дорогой. Да, конечно. Спасибо большое. Пожалуйста. Дайте знания. Да. 6000. Все есть. Ну как, нихуя так. Ну вот этот стол, конечно, вообще топ. Он стоит 20000. Ну вот такой стол, конечно, вообще супер идеальный. А, черный, кстати. Он дешевле. После 5 секунд раздумий, короче, я решила брать этот стол и все. Я, наверное, возьму себе вот эту подушку для стула. Я вообще не люблю вот такие офисные стулья, мне нравятся такие деревянные все. Поэтому я думаю взять какой-нибудь вот такой. Он, в принципе, стоит 2000 всего лишь. Взять себе вот такую вот подушку и, в принципе, норм. Я его взяла. Мне очень нравятся вот эти стеллажи. Стоит 3000, конечно. Мы взяли вот такую вот мусорку ванную. Теперь нам надо найти мусорку на кухню. Стол поставить. Тебе? Да. Мусорка в комнату Леры. Чистое ведерко сколько такое. Станет? Ребят, не слишком маленькое ведерко на кухонку будет. Думаю, себе часики еще приобрести. Часов нет в комнате, я не знаю, надо мне или нет. Просто мечта о таком зеркале. Смотри. И куда его? Не слишком большие пакетики взяли, ребят. Ой, блядь. Я сейчас себе что-нибудь 100% куплю. Чисто дерево себе в комнату поставить. А почва все выцвевшееся такое. У меня сейчас дома такой же, только он намного ярче. Я думала, ты вашу потерпели. Все, мы купили, все. А, сейчас мы пойдем. Икея бизнес. Бизнес. Зачем? Чтобы оформить стол и стул. Вот так. Ускоряется. Куда идет? На обгон. Тут еще что, миллиард людей? Я надеюсь, мы не будем сидеть здесь 2 часа, блядь. Ёпта. Короче, Лера ушла. Она пошла смотреть пока что в Ашан микроволновку и все для микроволновки. Типа крышку там, все вот это. Потому что мы ничего не успеваем. Я не знаю, сколько сейчас здесь просижу. Вот, мы сидим 5 минут уже. Надеюсь, все успею. А фамилия через А. Да. Пошла до Лерки, смотрим микроволновые печи. Смотрим на вот эту вот печку за 4000. Не знаю, норм она или нет. Ой, какие сапожки. Утюги. Вот за 990 вот возьмем этот. Ать!
обычный утюг, типа, норм. Я нашла себе дешевые часики. Я хочу белые, вот такие. Я не понимаю, сколько они стоят. Все, мы все купили. У нас чек на Ашан вышел 6000, 6200. Класс. Сегодня день масштабных покупок. Мы дома. Как сейчас это просто занесли? Это просто нереально. Так, первое. Что это? Готовка на сегодня. Распаковка мусорки для ванны. Мне кажется, она вообще прикольная. Я, в принципе, такую хотела. Боже, мы так устали. Распаковка утюга. За 1000 рублей. Да. Вот такой вот утюжок. Вот она, родная-то. А как ее доставать-то? Смотрите, вообще прикольная какая. Она работает. А. Вообще топ. Да. Так непривычно сразу. Блять! Это Лера. Ладно, высохну. Да я на сковородке жарю яичницу. Шарлот. Тест-драйв бутерброда. Блять, я думаю, что его как-то работает. А может, тут как-то еще мощность? Все, у нас сейчас будет перекусик. Я взяла себе из жизни Марта вот такой вот салатик греческий. Это Лерка себе цезарь. И сэндвич. И взяла себе тортилью. Лера достала макароны. Как вам такое? Я что, знала, что нет? Поели. Я только встала. Ты чё? Yeah. Сижу, смотрю пацанок и делаю работу по живописи. Я уже за этой тушёнкой. Я собралась уже в куриц. Сделала почти 2 работы наполовину. И хотела показать, что мы вчера купили, что я уже расставила. Это вот эта подушка для стульчика. Пока что поставила на старый стул, вот, чтобы сидеть. Утюг. Микроволновка. Все работает, все замечательно. Вот такие полотенца. Мусорка. Такая одна белая мусорка в Лериной комнате. И еще одна белая мусорка в моей. В общем, стол и стул мне привезут завтра, в субботу. Просто привезут. А уже собирать будут в воскресенье. Я в этот день уеду домой, но Лера будет дома, и она всех встретит, соберут стол. То есть я уже приеду домой, тут все будет собрано, стоять вот здесь. Я в предвкушении. Стол хочу поставить вот сюда, штативчик убрать. Вот. Мне кажется, будет вообще супер-бомба. Мы живем уже здесь с Лерой почти неделю, и я каждый день просыпаюсь, каждое утро у меня такое прям прекрасное настроение, что... В общем, нам очень нравится здесь жить. За эту неделю мы прям так сильно обустроились, как будто мы реально тут живем уже год. Мы просто уже все купили. Вчера у нас вот была контрольная закупка. Я потратила около 14-13 тысяч. Зато теперь все есть, можно и еду погреть, и все сделать. Что захочешь. Вот мой колец. Тихо. Все, отучилась. Сейчас поеду в Ривду домой. Но я забыла документики. Сейчас поеду в такси, как мажорка, до дома, а потом в Ривду. Короче, я вот сейчас в Ривде, да? А у меня уже в ЕКБ собрали стул. Вот Лера фотку отправила мне. Короче, в понедельник вечером поеду домой, и там уже вам все покажу. А сейчас хочу показать вам мою комнату в Ривде. Итак, моя комната в Ривде. Тут у меня вот рабочий стол. Тут у нас двухъярусная кровать. Внизу спит мама, а наверху я. Сочетание моего постельного белья. Тут у нас идет зеркало. Я его, конечно же, как всегда, лианой украшаю. Вот, тут гладильная доска, но мы обычные убираем. Тут, короче, пока что полотенце сушится. Телек, часы, диванчик. Тут мамино рабочее место, можно сказать. Ну, типа, мама тут красится и все. Это место типа гардеробное. Ну, а тут типа кухня. Я не буду вам стол показывать, потому что, ну, вот часть. Что там, мне он вообще не нравится. Ну и, конечно же, мой туалет Феррари.
Алибаба. Ребята, ёпта, я только домой зашла, уже стол вот тут все собранный, бля. Лера сидит, Лианы свои, блин, распутывает. Она попросила меня купить галамарки у нас в городе, потому что нигде больше я не видела. Ой, на всю комнату вот такие вот милые коробочки. Это вот такой вот сет, наборчик такой вот, да, получается? Накопился за неделю. Это, блядь, как, блядь, по-вашему, нахуй? Тут все закрыто, блядь. Вот так, блядь, понесу, мне похуй. А ты что понесешь, блядь? Пакетик нахуй. Лера, сейчас все упадет. Ебануться, блядь. Вот такая вот она жизнь спортсмена. Нелегкая. Заставляет все тяжести. Фу, блядь, таскать нахуй. Все изо рта уже ладно. Вот это еще тяжести. Блять, я не могу широко обувки. Извините, я ее всегда включаю. Че смешно? Вы инвалид? Вы инвалид? Вы инвалид. Прихожу я в пенсионный фонд. Мне сказали зарегистрироваться на госуслугах и подписать заявление о переоформлении пенсии. Ну так я прихожу, сижу такая, и она такая говорит: а вы не то подписали. Вы инвалид? Вы инвалид? Ну, я говорю, нет, и ушла. Потом мы пришли домой, и я стала обустраивать столик, чтобы у меня все было в полочках, все было красиво. Ну, короче говоря, вот видео и подошло к концу. Я очень рада. Вообще, я так довольна столом, стулом. Все, у меня теперь, можно сказать, окончательный вариант комнаты, в котором я сейчас буду жить. Спасибо, что досмотрели до конца это видео. Вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии, как это говорится. Я просто в восторге от того, какую отдачу вы мне дали от первого видео на YouTube. Я вообще, я так счастлива, я теперь буду снимать реально на YouTube. Также переходите на мой инстаграмчик, буду вас всех там ждать, может, кто не подписан. Также я делаю рекламку там, если хотите приобрести, пишите обязательно на мой пиар-аккаунт. Все, люблю вас, спасибо!